У вас 10 лет институту. Ну, первым делом я поздравляю ваш институт с десятилетием. Второе, я хочу сказать, что сегодня как раз лингвистика, в частности компьютерная лингвистика, проникает во все сферы нашей жизни, как я уже сказал. И поэтому, так сказать, вот наличие такого института, наличие лингвистов самых разных, не только компьютерных, когнитивные лингвисты, психолингвисты, просто лингвисты, оно как раз, так сказать, делает эти, скажем так, современные интеллектуальные технологии более человеческими, приближает их к людей. Без лингвистов никуда.